Существует несколько способов подключения фотодиодов к усилителю с целью достижения максимальной быстродействия и усиления полезных сигналов. Один из вариантов – подключение к быстродействующему операционному усилителю последних преобразователей ток напряжения. Для измерения напряжения необходимо минимальное значение тока, протекающего через вход схемы. В этой схеме фотодиод подключен последовательно со входом операционного усилителя. Цепь обратной связи ради нервного задает усиление напряжения на фотодиоде. Отношение выходного напряжения входной световой энергии будет логарифмическим, то есть чувствительность фотодиода зависит от приложенного к нему прямого напряжения. Постоянная чувствительность при постоянном приложенном напряжении делает вывод, что для получения зависимости выходного сигнала от световой энергии необходимо использовать измерение тока. Схема преобразователя тока в напряжении обеспечивает входное сопротивление, равное резистору R1, деленное на коэффициент усиления операционного усилителя с разомкнутой петлей обратной связи. Хотя сопротивление R1 очень велико, входное сопротивление остается малым по сравнению с выходным сопротивлением тока диода. Ток диода почти не течет через вход усилителя, целиком проходя в резистор обратной связи R1. Для получения этого эффекта операционный усилитель устанавливает на своем входе напряжение, равное произведению тока фотодиода на сопротивление R1. Для получения большего коэффициента преобразования сопротивление R1 делает настолько большим, насколько позволяют существующие ограничения, чтобы компенсировать температурный дрейф напряжения этого резистора, получаемый из температурного коэффициента входного тока усилителя, к инвертирующему входу подключают резистор R2 с емкостной развязкой для устранения большей части его шума.